Привет, привет, всем привет. Последние теплые деньки, воскресенье, уже 4-й час. Сейчас проезжали плотину. Там было очень много народа. Прогулки также национальный спорт бельгийский. Различные причиндалы и обувь у меня для прогулок продаются также в магазинах. А мы пошли посмотреть грибы. Там женщина с собачкой идет. Сейчас нас попрет. Вообще-то не знаю. Здесь не запрещено. Мы пошли посмотрели. Грибы, как неделя была дождливая такая, а сейчас тепло. Ну и грибы уже будут последние. Грибочки, они, по-моему, съедобные. Но я их не возьму. Здесь их много. Вот еще один. Полно таких, но мы их брать не будем. И вот здесь. Это балетовые. Ой, еще балетовые. Меня спрашивают, хватит мне пакета для грибов. То есть грибов для пакета. У меня уже мешочек балетовых, а это пье. Домутон, то есть ежевики. Ну и таких грибочков до черта. А мы еще не продвинулись нисколько. Только нагибаешься и нагибаешься. И вон грибы какие-то. Немного объеденный, но красавчик. С такой ножкой. Муж прошел мимо вот этого грибочка. Полянка мухоморов такие яркие, красивые. Настойку надо сделать. На водке. Мы сюда приезжали несколько недель назад, и, по-моему, шампиньонов больше стало. Наверное, сейчас мало людей ходят уже. Именно в лес, так как охота. Вот там я слышу выстрелы. Ну, посмотрели, в этой зоне охоты нет. В интернете есть. Сейчас здесь кто-то прошел. Они уже старенькие, надо все расковыряли их и оставили. Ну, вот так еще и прошли, еще и нам оставили. И вот еще два спрятались. Этого красавчика я возьму. Вон еще и еще грибы. Сейчас нашла ежевики. Думаю, больше не буду снимать. А вот какой красавчик. Ежевики. Tu les trierais pas? Si. On est pas loin de la voiture. Стала нагибаться и подниматься. Грибов очень много. Ну вот и все. Такое видео. И пока-пока.